Люк удалось открыть. Блин, придется спускаться-то. Другого выхода я не вижу. Блин, тут второй люк какой-то. Странно. Так, а как мне выбираться, интересно? Да, проблемка. Куда идти, блин, не знаю. Тут еще какие-то двери закрытые. Блин, там темно, какие-то звуки даже есть. Извините. Так, что за место? Блин, стрёмно здесь как-то. Бы факел за... Ты кто? Ну, человек. Да. Джохан, это ты? Ну да. Что ты здесь, блядь, делаешь? А ты что здесь делаешь? Я увидел люк, спустился сюда, что я здесь делаю? Я тебя 2 дня искал, ты где был? Как ты сюда попал вообще, не знаешь? Нет. На тебя напали, что ли? Я топор твой, кстати, нашел. На, держи топор. Ага. О, спасибо. Все, держи. Я так понял, на тебя напал Виндиго, да? Ты сознание потерял. Здесь очнулся, да? Типа? Да. Блин, сколько ты здесь сидишь уже? День, два? День. День, блин. А что здесь, кстати, есть? Ты осматривался или нет? Да, тут ничего интересного, в принципе. Так, подожди. Все обычное. Все обычное. Какой-то рубильник. Не работает. Можешь посмотреть, что в этом ящике лежит? Ничего. Пусто? Да. Ладно, да, пойдем пусто. Дальше тогда. Так, здесь еще, смотри, ящик есть. А, да, кстати. Я его не заметил, кстати, сколько тут был, но тут пусто. А в этом ящике? Еще один ящик есть. Мне кажется, пусто. Ну да, пусто. Ничего нет. Ничего интересного. Так. Ну, вроде... О, смотри, еще ящик есть. Да в них тоже пусто, наверное. Ну посмотри, надо да, все... Да, пусто, пусто. Все. А вот в этом ящике. Где? Ну вот ящик, еще один. Ага, сейчас. Ничего. Блин. А что это вообще за место такое? Я вообще не знаю. Стоп, дверь заблокирована? Как нам выходить отсюда? Я что-то прикола не понял. Ну просто так на кнопка. У тебя факел есть какой-нибудь? Да, там кнопка есть. Где? Ну вон типа слева. О, подожди. Сейчас я тебе дверь открою. Давай, выходи. А, спасибо. Давай. Слушай, Джохан, блин. За 2 дня эти я чуть с ума не сошел. Понимаешь, знаешь, как я рад тебя видеть вообще? Я что тоже. Это вообще за место на лабораторию на какой-то похоже? Там люк. Ой, прости, пожалуйста. Там люк какой-то. Не я не знаю, что. Меня сюда затащили зачем-то, я тут уже целый день сижу. Так, попробуй думаю. Топором хорошо врезать по этой двери, по петлям, чтобы она слетела. Попробуй. На, твари. О, с первого раза получилось. Так, ладно, эта дверь закрыта. Давай, заходи. Так. Что там? Свобода там. Выход? Да. Серьезно? Ну да, все, свобода. И где мы вышли? Я... В смысле, это как? Ну вот. Это как так? Так что, здесь лестница была вниз? Все это время я не замечал? Да, вроде бы, кстати. Короче, слушай, вот в этом доме я сидел первые 2 дня. Первый раз там я Виндиго встретил. Пойдем сходим, покажу тебе. Ну там вообще тихо надо себя вести, потому что в этом доме реально что-то нечто творится. Ты о, прикольно. Зашел? Так, все, тихо, садись. Пошли за мной. Смотри, короче, на втором этаже как раз таки Виндиго был, я так понял. Вон там сзади тебя есть комната, сходи посмотри, что там. Я тут уже был, все знаю. Здесь комната спальная, здесь кровать стоит и книжные полки какие-то. Можешь зайти посмотреть, если интересно. Вообще большой дом классный. Такой. Ну дом классный, да, согласен с тобой. Единственное укрытие, в котором мы можем поблизости спрятаться. А что на втором этаже? Ну сходи посмотри, там окно открыто и снега куча. Это Виндиго походу. Окно выбил или открыл, я не знаю. Я тут смотрел котел. Кстати, помнишь, вот эту хрень мы видели еще в том доме? Да. Кстати, можешь мне объяснить, почему ты пошел куда-то и меня не позвал с собой? Почему я потом проснулся и видел, ты куда-то свалил? Что случилось? Ну, я просто какие-то звуки услышал, и мне типа интересно было, я пошел проверить. Понятно. Ну... Пойми, ночью нельзя выходить, ты же сам да, знаешь. Да, я знаю, но было интересно, очень какие-то странные звуки были. Ну, вот эти странные звуки для тебя теперь катастрофой обернулись. Если бы я тебя не нашел, я бы не знаю, что дальше было бы со мной. Я бы, наверное, с ума сошел. Смотри, у нас, в принципе, есть запас дров, ты можешь пока что нарубить. Я пока посмотрю вот из окна, вид какой. Вон, помню, кран там еще, кстати, стоит, там стройка какая-то. Возьми там пару, не знаю, пару этих бревен, пригодятся нам. Я пока на улице пойду, тебя жду на улице.
толку он там? Нормально все? Ну да, я нарубил дров уже. Ладно, тогда пойдем дальше. Короче, слушай, эти дрова нам пригодятся потом на будущее. Сейчас спотыкаешься постоянно. Короче, смотри. Тут сугробы. Я тебя, твой топор вон там нашел возле дома за углом. А ты-то сам Виндиго видел? Как он выглядел, Виндиго? Я видел какой-то силуэт, у него были белые глаза, типа светящиеся. Ну, понял. То есть это вообще... Ну, вообще как-то страшно было. Да как он тебя еще не... Посмотри, солнце садится, блин. Да, да. Слушай, дайте покажу. Опасно. Быстро стройку, вот смотри, кипаут. Это ты писал? Типа, убирайтесь я сюда, это ты писал? Нет. Ну, Виндиго не могут, они же тупые создания. Стоп. Зря я это сказал. Валю потихоньку. Ты слышал? Опять рев. Да, да, какой-то. Да. Вот в этой шахте, кстати. Или что это, не знаю. Оттуда звуки прям ужасно исходят. Подойди, послушай. Это пипец просто. Ого, нифига себе. Блин, реально страшно. Пойдем скорее в дом. Я опять звуки какие-то слышу. Да я тоже слышу. Ну, кстати, я очень давно голосов не слышал наших или чьих-то. Так, вон уже солнце село. Давай быстрее. Не, не сюда. В ту сторону пойдем. Нам нужно успеть дойти до дома. Ну вот, мы дошли. Во, факел скинул. Давай. Слушай, в магазин я не хочу. Давай в ту дом быстрее. Да, залетай сюда быстрее. Все. Мы спрятались. Что за хрень? Ты это видишь? Где? Посмотри на окна. Где баррикада, где? Блин. Занавески на окна. Тут что, кто-то был? Ну мне так кажется, был кто-то, да. Но не я. Я бы такого не сделал по глупости. Да неужели это Виндиго, не может быть? Да я не знаю, реально может он троллит нас? Давай валить, короче, отсюда. Блин, нам тут это, не спастись от него, если он нападет. Короче, дверь закрой так, Виндиго. Блин, я уже слышал чей-то рев. Быстрее. В большой дом. Быстрее, быстрее. Куда, в большой дом? Да, да, наверное. Нет, ты чё? Там же окно разбито. А, ну да. Быстрее. Быстрее, ёб твою. Ой. Посмотри. Сейчас мостом, блин, не так. Давай быстрее. Перепрыгивай. А, черт, молодец, успел. Быстрее в дом. Быстрее, быстрее в дом. Уже кто-то бежит сюда, я слышу. Блин, такое чувство, как будто кто-то следит за нами. Ой, я помню этот дом. Да, мы тут первый раз были. Так, быстрее давай, заходи. Дверь, 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 быстрее дверь открывай. Все, наконец-то. Так. Я возле окна прижмусь вот так вот. Факел не стоит ставить. Слушай, знаешь, как стрёмно. Я тебе что хотел рассказать про... Слушай. Я видел еще что-то в той стороне. Вон где-то там. Что-то похоже на какой-то бункер. Но там был высокий забор какой-то. Короче, я думаю, мы туда сходим сегодня. Нам деваться просто некуда, потому что мы уже с тобой везде обходили, кроме этого места. В дверь кто-то постучал. Блин. Короче, слушай. Иди сюда. Встань вот сюда, вот вдоль окна. Потому что... Ну, может посмотреть. Блин, стрёмно, какие-то звуки, кто-то типа в наш дом залазит. Ты только потише говори, пожалуйста, потому что они все слышат, они очень это, хотел сказать. Но они не глухие, они, наверное, и нас видят, то, что сейчас. Я так... Джохан, давай пойдем сходим. Давай пойдем посмотрим, правда. Так. Ёб твою, что? Замри, что? Блядь, замри, блядь. Замри, сука, блядь. Ёб твою. Это что такое? Тихо, блядь, рот закрой. Отходи, потихоньку.
Он услышал нас. Что тихо, делает? Тихо, тихо, прижмись возле окна. Возле окна, прижмись. Мне сейчас не до шуток. Как же страшно, блядь. Это что такое? Первый раз это вижу. Самое страшное, что я видел. Так вот я о том же, блин. Лучше не делай глупости, если не хочешь получить. Как думаешь, это я тебе заметил? Лучше не надо. Это же страшно. Это же самое страшное. Давай соседи, потом мы будем сидеть здесь до конца. До рассвета посидим тут. Блять, страшная хрень. Я попробую уснуть. А, черт, что-то в голове все плохо. Мне кажется, мы не уснем. Да мне тоже, блин, это же вообще страшная хреновина. Блять, я такое только в фильмах видел, и то не такое, не настолько страшное. Как думаешь, мы до рассвета доживем с тобой или нет? Ну, не знаю, если он не захочет сюда заходить. Только давай без шуток сейчас, реально. Как-то неохота с ним еще раз встретиться. Если он нас не заметил, слышишь? Кажется, он реально. Интересно, видит. Он там стоит еще? Мне так кажется. Мне кажется, кстати, он реагирует только на двигающиеся предметы, сущности. Так, у него зрение, как у хищника, наверное, 100%. Давай попробуй. Нет, выходить я не собираюсь. До рассвета мы не выходим на улицу, понял? Угу. Без меня не вздумай выходить. Выйдешь на улицу, там и останешься, понял? Я тебя спасать больше не буду. Фу, блядь, я пока успокоюсь.